Коммунальный дворец располагается на площади коммуны в самом сердце города. Дворец был построен в 1350 году как резиденция местных сеньоров Киавелли, правивших городом до 1435 года. Здание было реконструировано в 1960 году. Среди помещений дворца выделяется зал с крестово-сводчатым потолком XIV века. До землетрясения, произошедшего 26 сентября 1997 года, в дворце помещались офисы городских властей Фабриано. В связи с частичным разрушением здания они вынуждены были переехать. В результате восстановительных работ были обнаружены остатки древнего римского лампидария и другие интересные археологические объекты.